Во время производственного совещания, которое касалось реконструкции Жировического монастыря, председателю Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталье Каченовой показали проект обустройства могилы героя Беларуси, первого патриаршего экзарха, митрополита Филарета. Как отметили и создатели проекта, и митрополит Вениамин, памятник на могиле установят в конце октября, начале ноября этого года. А сделать место поклонения, с учетом того, что здесь не прекращается поток людей, и стояла такая важная задача. И мы, что нам удалось сделать? Мы взяли пример, то есть это не какая-то выдумка какого-то художника там, или скульптора, или архитектора. То есть мы обратились к истокам, и обратились к истокам, как хоронят людей не только религиозного плана, но и как крупных общественных деятелей, как мыслителей. Насильный крест. Вот это. Вот это нательный крест, один к одному. Значит, и мы сделали так, особенность была, в чем еще проявить такую вот особенность, которая, скажем, не рядовая. Но работы тоже требуют особого такого подхода, внимания, и все должно быть очень достойно, соответственно, вкладу первого патриаршего экзарха в духовную жизнь, не только в духовную, а в целом жизнь современной Беларуси, поэтому работы делаются неспешно, тщательно, с проработкой, так, чтобы все было достойно.